Привет, привет, с вами Великувала. Хочу вам показать мою обновку. Пижамка мне пришла. Сейчас мы с Наташей откроем. Ага, да. Я заказала размер 46-48. А с длинным рукавом я люблю пижамки. Мы находимся в центре Иван-Чкалова 2. Город Дзержинск. Первый этаж, смотрите, какие у нас. Очень нежные. Ой, какая красивая. Беленькая, но она еще подсядет. Угу. О, красота, это вот все блестит и переливается. Угу, смотри, как классно. Вообще такой, да, мягкий такой материал. ХБ материал. Теперь сейчас посмотрим и штанишки. Штанишки какие? Так, штанишки поплотнее чуть-чуть идут. Плотнее. Да, вот смотри, ага. Штанишки поплотнее. Вот все, такие вот, видишь, красота. Красивые. Ну что, в комнате там нормально. Вообще здорово. Сколько такая пижамка? Что-то, мне кажется, 1400 рублей. 1400? Да. Нормально. Так. Только штаны не утонуло бы у них. Нет, нормально, не должно утонуть. Нормально. Нормально. Все хорошо. Вот, так что можно заказывать. Сейчас покажу. Она была, она не в самом каталоге, она из-за распродажи. Да, и поэтому, мне кажется, можно брать. Угу. Приходите к нам в центр Эйвен. И вот такие ароматы мы пробуем. Туалетная Максим вода. И Максима новые ароматы, царские ароматы. И ароматы Артистик. И еще вот такие новые серии уже тестируем. Кремов и тушь для ресницы вот Эйвен Киа Дерма.